Подводная лодочка. А, познакомьтесь с подводной лодкой. Лодкой, галереей интерьеров. Я думаю, что лучше вам вживую сходить, да? Мы сейчас там вживую прогуляемся и посмотрим, что там из этой подводной лодки можно найти. Гор, подводная лодка. Подводная лодка «Лембит». 2001. Подводная лодка «Лембит» была заказана в 1936 году в английский фирм по строительству подводных лодок «Викерс». Спуск подводной лодки она произошел в Англии в 1936 году. Виктория 37 прибыла. Совместные учения. И краснознамена «Балтийский флот» она использовалась. Понятно. Итак, подводная лодка «Лембит», 1936 год. Спуск на воду. И мы вступаем в ее борт и осматриваем внутреннее ее устройство. Ну что ж, знакомые места, да? Кормовые торпедные аппараты и коечки. Просим на кроватях не сидеть. Была охота. Надо мной, наверное, люк спасения какой-то аварийный. Шумит. Здесь 4 кормовых автомата. Лодочка еще, повторюсь, 36 года выпуска, служила на краснознаменном флоте тоже. Ага, не видно системы загрузки торпед. Ну, наверное, что-то немножко кто-то переделали. Так, идем дальше из кормового отсека. Идем вперед. Ого. Мастерская кабина. Просим на кроватях не сидеть. Вот. Аина сидит, а просит не сидеть. Ну, видно, что лодочка, да, такая. Но вот то, что мы видели на более современных лодках, конечно, там более тесно было. Почему 4 человек, непонятно. Раз, два места спальня. Ну, 4 офицерская. Здесь, похоже, гальюн офицерский. Я прав, Галин? Нет, радиорубка. Да. Здесь телефон. Алло. Алло, алло. Смольный, смольный. Так, ну вот, да, старенькая. Здесь, наверное, гальюн. Гальюн. Это, видимо, центральный пост управления. Дифферент нанос. Так, это командный пункт все-таки. Это, похоже, перископ. Перископ и, наверное, рулевое место. Странно. Это, наверное, надводное положение все-таки. Хотя, ага, глубиномер. По-русски написано, кстати. Глубиномер, глубиномер. Угу. Я не для того, что хочу ее завести и поплыть, а просто вот интересуюсь. Вентиляция. Аккумуляторные отсеки. Радист. К радисту, наверное, нельзя. Да, радист закрыт. Здесь умывальничек такой милый. А, камбуз. Умывальник и... Что сегодня? Супчик. Супчик? А там? Котлетчики. А, подайте, пожалуйста, в офицерский кубрик. Идем дальше. Вот, смотри, как тут заботливо плиточки. Ну, потому что камбуз же. Там, кстати, что-то еще пекли внизу вкусное. То есть, в принципе, очень неплохо. Единственное, не понятно, куда вытяжка идет. Мы же на подводной лодке. Ну, возможно, готовят только в надводном состоянии. Так. Машина. Почему только одна, второй нету? Видимо, куда-то делась. Моторчик. Моторчик и генератор. То есть она уже электро... Дизель-электроход. А вот эта сторона почему-то изъята. Видимо, на рыбацкую лодку мотор переставили. Так, и посмотрим, что здесь. Дальше. Опа. О. Носовой кубрик, наверное, матросский. И здесь тоже гальюн. Гальюн? Там гальюн, а здесь не думаю. Гальюн. Финальчик там. Так, а я, по-моему, перепутал. По идее...
А, вот корма, то был нос, носовые торпедные аппараты были. А кормовых аппаратов не было. Мальчик там что-то забыл. Да-да-да-да. Там вал приводов туда уходил, но там все заглушено уже. Да, ну что ж. Тесновато, прямо скажем. Прямо скажем, тесновато. Переговорная труба. На мостике. Видно, что дооборудована на чем-то лодка. И это задраечки. Задраил такую задраечку. И задраил ее. Так, команда машины. Полный вперед, не полный вперед. Машина телеграф, судя по всему. А нет, это обороты движка. Вот машина телеграф. Команда с него передается. Малый, средний, задний. Понятно. Машинист, то есть человек, который с машиной находится. Хотя. А, ну, наверное, когда-то нашла и под электроходом. А как на дизеле. Да. Это же управление дизелем. Ну да. Так, ладно. Идем дальше. В общем, я уже не раз говорил, конечно, плавать на таком было огромным мужеством. И люди, которые на этом плавали, безусловно, очень сильно мужественные люди. Что-то кто-то что-то забыл? Резиночка. Ну, это сальничек какой-то, похоже. Молоточек. Нет? Палочка. Понятно. Ну, это здесь, наверное, прокладывали курс. Видимо, это... Барометр даже был. Атлас эхолот. В общем, да. Машина, конечно, такая достаточно старинная, но дооснащалась чем-то. Вот так вот плавали-то, да? Тесноватенько. Особенно командора. Это кают командора перед нами. Почему узнала? Потому что здесь на дверях написано «Командор». Здесь «Командор». Личная каюта. Ну что ж, мы покидаем лодку. Поднимаемся наверх.